Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, связанная тоже с предметом умного дома. В прошлый раз мы рассмотрели основное устройство, которое связывает освещение телевизора с амбилайтом. Ну и просто освещение для того, чтобы установить те или иные параметры, либо непосредственно при помощи телевизора, либо при помощи программного обеспечения для Android, либо iOS. В данном случае представлены два светильника. Есть расширяемая база, которая у вас сейчас показана справа. Основное устройство у нас слева. Это Philips Hue Bridge, так называемый мост, который связывает все виды освещения, которого можно подключить до 50 лампочек и до 12 вспомогательных устройств, там пульты и тому подобное. Пришло это все у нас из Китая, из AliExpress, при помощи Казани Экспресс, поэтому коробка достаточно хорошо сохранилась. Ну и давайте посмотрим, что у нас из себя представляет. Да, хочу сказать, что блок питания находится именно вот в этой коробке, а с расширением там как такового блока питания нет. Либо нужно приобретать его с расширениями вот этих светильников, либо как одно, но тогда придется искать блок питания. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, что у нас здесь представлено? Вот в такой коробке приезжает. Продемонстрировано, что это у нас освещение как холодное и теплое, то есть белое освещение. Также у нас есть еще и цветное освещение от красного до розового по шкале. Ставится для расширения возможностей телевизора с Ambilight, можно и без расширения. Но в этом случае вам тогда нужно еще будет приобрести. Здесь у нас основные характеристики, для каких стран предназначены. Работает по протоколу ZigBee. Есть некоторые лампочки для других вариантов. Это уже копии а-ля на тему. И работает со стандартными Google ассистентами и Apple ассистентами. И вот тут продемонстрировано, как расширять соответствующие возможности для освещения, чтобы вам можно было задавать сценарии освещения, ну и тому подобное, при помощи основного устройства. Здесь обязательно наличие моста. Либо еще есть вариант, это подключение к так называемому HDMI адаптеру. Здесь все, что происходит, 490 люмен, 6,7 ватт. Ну и различные характеристики продемонстрированы. Размеры основные показаны, можете остановить на паузу и посмотреть. Ну и принципы на различных языках. Увы, здесь русского нет, только английский, немецкий, французский, испанский, португальский и итальянский показаны. Приходит все запечатанным. Упаковка достаточно хорошо сохранилась, из-за того, что компактное устройство. И здесь у нас две пломбы, которые нужно порвать, и в результате у вас здесь демонстрируются ваши светильники. Ну и помимо светильников, здесь у вас еще есть, во-первых, документация, как все это дело установить. Дальше есть винты и есть ключик для того, чтобы закрепить ножки по тому или иному сценарию. Здесь два только варианта. Вот это плохо, если захочется. А, ну хотя 3М, они вроде как можно заново их использовать, если что. То есть оторвать, вычистить и так далее. Ну вот, давайте краткую инструкцию посмотрим в виде комиксов. Что присутствует, как устанавливаются варианты, продемонстрированы. И здесь у нас блок питания на 24 ватта, если подключать сразу же три светильника. Здесь он английская розетка и здесь европейская розетка для подключения с расширяемой базой. Вот, может посмотреть, зафиксировать для себя. И есть варианты установки. Здесь есть, возможно, вертикальная установка. Это вот для этого и сюда закручивается. При помощи ключика эти светильники. И есть еще вариант горизонтальный. Это вот эти ножки. Две ножки здесь у нас есть. Чтобы установить.
Ну и сами светильники. Здесь он есть. Кабели. И чтобы нам не доставать светильники, а попробовать подключить, функционируют они или нет. Для этого достанем кабели. Сейчас подключим. Так, есть у нас адаптер питания. И есть у нас розетка. Давайте посмотрим, как будет функционировать. Вот, как видим, у нас включились светильники в базовом состоянии, белый цвет, а именно теплый цвет. Ну и давайте сейчас это все дело установим, подключим и посмотрим, как это все дело функционирует вместе с головной частью, а именно Philips Hue Bridge, и при помощи телевизора с Ambilight. Итак, приступаем. Я вам продемонстрировал возможности подключения к телевизору светильников Philips Hue, чтобы расширить возможности светового сценария, как это все дело функционирует. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.